Во дворце спорта «Олимп» прошла церемония закрытия года добровольца. Участие в торжественном мероприятии принял Вениамин Кондратьев. Губернатор поблагодарил всех, кто бескорыстно приходит на помощь другим людям. Волонтерское движение у нас самое сильное не только в России, во всем мире. И вы, волонтеры, самые лучшие, потому что вы блестяще проявили себя на чемпионате мира по футболу этим летом. Вы пришли первыми на помощь пострадавшим в результате наводнения в нашем крае. Волонтерство, желание быть полезным обществу, другим людям у вас в крови. Никогда, никогда не измените этому пути и зову своего сердца, потому что не сможете изменить сами себе. Спасибо вам за это, друзья. Сколько бы мне было лет, внутри это все молодые, энергичные, очень амбициозные люди. И вы знаете, вот как сказал наш президент, год волонтер, конечно, заканчивается. Ну а волонтерство продолжается и будет продолжаться на Кубани, потому что желание прийти на помощь ближнему, помочь тому, кто рядом, милосердие, сострадание, человеколюбие – неотъемлемая часть характера жителей нашего края. Из рук главы региона активисты получили награды за вклад в развитие добровольческого движения края. На праздник тех, кому не все равно, приехали 2000 человек со всей Кубани. Также волонтеры на выставке представили свои благотворительные проекты.